Друзья, всем привет! Предлагаю вам сделать невероятную красоту из самых обычных бумажных салфеток. У меня после праздников остались вот такие нежно-розовые и белые. Берем салфетки, расправляем. Я беру одну розовую и 4 белых. Можно взять 5 белых, 5 розовых. Если у вас есть бордовые или желтые, они тоже подойдут. Складываем их вот так вот. Четко по контуру 5 штучек. Теперь вот таким вот образом нужно сложить эти все 5 салфеток гармошкой. Не особо важна ширина гармошки. Вот так вот просто складываются наши салфетки. Вот я немножко не угадала длину. Можно лишнее, в принципе, обрезать. Можно пересложить так, чтобы не было лишнего ничего. Ну, я обрежу. Вот так вот это все сложили. Теперь берем обычную ниточку. И посередине завязываем наши салфетки. Ниточка может быть любая, любого цвета, ее видно не будет. Вот что получается. Теперь нам нужно закруглить вот эти края. Для этого берем ножницы и стараемся сразу весь слой салфеток вот таким образом обрезать. Если что-то немножко лишнее, можно всегда подровнять, это не страшно. И с другой стороны. Круглили вот таким образом. Теперь раскладываем это все и формируем цветочек. Вот так. Если у вас два цвета салфеток, то располагаем его вверх тем цветом, который вы хотите, чтобы был в серединке. И теперь самое интересное. Нам нужно просто вот так вытягивать слой за слоем салфетки в центр. Это нужно делать аккуратно, чтобы не оторвать кусочек салфетки. Каждый слой мы разделяем и подтягиваем в серединку. Так по кругу это все делается легко и просто. Если у вас получилось вытянуть сразу два слоя, можно разделить их. Уже когда вытянули, так даже удобнее. Вот таким образом. Поправляем руками. И потихонечку по периметру, с краю, подтягиваем просто салфетки в центр. Это делать очень просто, главное сильно не тянуть. Вот таким образом. Нам нужно все салфеточки вытянуть наверх, то есть разделить между собой.
получается очень нежный и вполне реалистичный цветок пиона. Если что-то торчит, вам не нравится, можно подрезать ножницами. Вот такой цветочек. Я немножко верхушку срезала. Вот как раз, если вы располагаете другого цвета салфетку в середине, то получается такой градиент. Но можно и одноцветный сделать. Теперь я еще хочу сделать бутончик. Для этого просто сминаю салфетку вот таким образом и закручиваю ее в шарик. Немного подминаю, и получается вот такой вот бутончик. Край салфетки закручиваю, и если есть лишнее, то обрезаем. Теперь можно взять проволоку или шпажки. У меня вот есть под рукой шпажки. И я приклею наши цветочки на шпажки. Буду использовать клей-пистолет, им удобнее всего. Если у вас нет, можно каким-нибудь другим клеем это все приклеить. И бутончик немножко раскрываем внизу. Проклеиваем. И вставляем шпажку. И закручиваем. Вот таким образом. У меня остались кусочки вот такой вот зеленой салфетки. Можно взять гофрированную бумагу. Она даже, честно говоря, пачка, по-моему, стоит дешевле, чем цветные салфетки. Вырезаем листочки. Произвольные формы, такие среднего размера. Можно вот так их немножко подкрутить, можно не крутить. И приклеиваем наши зеленые лепесточки к бутону. И как раз закрываем вот это место склейки. Можно, кстати, просто шпажки покрасить в зеленый цвет или акриловой краской, или даже зеленкой, в принципе, можно, если нет акриловой краски зеленой. Можно обмотать тейп-лентой или кусочком салфетки или гофрированной зеленой бумаги. Я обмотаю вот такой вот своими остатками зеленой бумаги. Краешек подклеиваете, зажимаете и потом просто вот так вот держите и скручиваете. Очень просто, оно хорошо плотно прилегает. И не нужно все смазывать клеем, можно только в конце немножечко закрепить и все. То же самое мы делаем с большим цветочком. Можно приклеивать лепестки вниз, но их не сильно видно. Можно не приклеивать, и шпажку можно покрыть точно так же краской или бумагой. Вот таким быстрым, простым способом у нас получается очень даже реалистичный, красивый букет пионов. Цвет их может быть такой, как вам нравится, или из тех салфеток, которые у вас есть. Выглядят они очень симпатично и делается очень просто и быстро. Друзья, кстати, эта вазочка сделана из тех же самых салфеток. Подсказку на мастер-класс, как сделать такую вазу, я оставлю вверху в этом видео. Смотрите, пожалуйста.
Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я поделюсь с вами идеями творчества из самых простых, самых доступных и дешевых материалов. Девиз этого канала: создаем своими руками красоту из всего, что под рукой.